Сегодня у нас очередное занятие. Опять с нашими любимыми любителями. Посмотрите, сколько их сегодня у нас. Все мастера, все мастера. Идеальное, идеальное владение клюшкой, коньками. Просто загляденье. Сань, как ты себя чувствуешь вообще? Уверенно на коньках? Хорошо. А, хорошо? Пока нет, уверенно. Давай, бери шайбочку, пробуй шайбочку. Лицом вперед катаемся. Сегодня у нас тренировка будет на основные элементы в технике катания. Вот смотрите, постановка ног у нас простая идет, да? И вот на одну ножку присаживаетесь, вот просто на одну. Ногу не заваливаем, конек, да, голеностопы не заваливаем. Просто присели. Все, вот смотрите. И вы уже можете спокойно поворачивать. Вот если я качусь на прямых ногах, я сел на одну ногу, просто сел, я делаю уже поворот. К этому повороту мы просто добавляем корпус. Если это делать без клюшки, я сделал, вот еду на прямых, сел на одну ножку, развернул плечи и начинаю делать поворот. Все. Мы повернули. То же самое в другую сторону. Изначально попробовали шайбой, плохо получается, шайбу положите, делайте без шайбы, хорошо? И упражнение делаем с шайбочкой, делайте два шага и сели на ногу, открываем шайбочку, поехали в другую. Здесь шайбочка сзади, тащите, голова поднята. Клюшка где? Почему клюшка не на льду? Конечно. Ого! Ты что творишь-то? Чудеса, блин! В эту сторону уже, я тебе скажу, прям реально хорошо. Сейчас делаем простые виражи тоже, но уже с закрыванием шайбы. То есть, если вы катитесь, да, то есть вы сели на ногу, закрылись, кто может, то делает с рукой. Все, раз, движение, снова раз, сели пониже, корпус плечика перевели, закрыли шайбочку. То же самое в другую сторону, здесь раз, с неудобной, закрыли с ручкой, качнули, качнули, сели. Вот сейчас надо закрывать шайбу, понятно? То есть до этого мы открывали, сейчас мы закрываем. И чем ниже сядете, тем будет лучше. Шире руками сейчас, шире. Нет. Так ты сделай после выхода сразу руками-то. Выход делаешь сразу и шире, шире, сразу. Мы на прошлой тренировке делали. Шире сразу, раз, два и пошел снова на вираж. Меняйся или сдохни. Ваша задача с выхода, вы когда делаете вираж, вы должны, вот вы его доделываете, отсюда делаете раз, раз, и здесь переставили ногу. С выхода у вас идет, вот вы выход делаете еще раз, качнули, качнули, переставили и на вираж, сразу же. Вот что я от вас хочу сейчас увидеть, никто не делает. У беленьких совсем немножко другая работа, совсем немножко другая, другая. Прокат на одной ноге, лицом вперед. Вот она проблемка. Так ты его держи, Галик-то, держи. И конечки поменяй. Спекаешь? Так, я что-то не могу понять, что у меня никто не может сделать, что ли? Ай! Только хотел похвалить! Ваша задача, вы начинаете, я сейчас на втором колесе поехали, вираж делаете. Делайте тот же самый вираж.
Здесь вы делаете тормоз, внешний привод, крестный шаг, поехали в обратную сторону. В другую сторону то же самое. Вы делаете на вираж, заходите, да? Вот вы идете, и у вас идет тормоз, скрестный шаг. Пошли, пошли, пошли. На вираж. На вираже идет тормоз, скрестный шаг. Что такое? Получается? Нет? Ой, да Мишаня! Вы делаете вираж, здесь быстро ногу переставляете в обратную и пошли, 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 пошли. Можете стручками добавить. Только ты едешь вираж, у тебя здесь раз ее, так ноги, 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 ноги. Мне сейчас от вас вот нужно, смотрите, тонкости, Борисыч, смотри сюда, Борисыч. Вы должны шагать с внешнего ребра на внешнее. Внешнее вот так вот сделайте коньки оба. Вот, да, только чуть-чуть. И у вас задача, смотрите, внешнее ребро на внешнее. С внешнего на внешнее. С внешнего на внешнее. Если вы будете ставить на внутреннее, потом на внешнее, это будет геморрой. То есть ваша задача хотя бы минимум прямо ставить конек. Вот каждый за шаг, как будто по мячику пинаете, по футбольному. Что он сказал? Очень крутое упражнение, очень для отработки прокатов на внешних ребрах, очень крутое упражнение. Ой, да вот это уже вообще что-то сумасшедшее. Это прям вообще атас. В целом, со всеми заданиями ребятишки сегодня справились тоже на ура. Сейчас самое сладенькое осталось на концовочку хоккей.